Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. Сегодня 2 марта 2024 года. У меня идет прямая трансляция. На прямой трансляции ко мне залетел вот этот вот подарочек от игрока с великолепнейшим, по моему мнению, и довольно-таки интересным, интригующим никнеймом «Рву попочки». «Рву попочки», спасибо тебе большое. Ну что, ребят, ни с кем ни о чем не договаривался. Ребята, которые на стриме, могут это подтвердить в комментариях под видосом. Ну и, соответственно, для меня это будет сейчас чистой воды сюрприз. Распаковываем сейчас, даже не буду ждать. Все, 2500 в копилку. И главное, помимо 2500 в копилку, еще получаю практически 1000 сниппетов. Рву попочки, спасибо тебе огромное. Это крайне-крайне приятно, классно. Спасибо тебе. Безумно, безумно круто. И сейчас хочу посмотреть... А, чуть-чуть галиму не дотянул, вот совсем чуть-чуть не дотянул для того, чтобы следующие гусли открыть. Прям совсем галиму не хватает. Сколько до гуслей? 315. Ну, ладно, хорошо. Пытаюсь, ребят, просто свиндлера открыть себе в максимальную комплектацию по возможности. Узбольно он мне нравится. Ну что, ребят, вот такое видео получилось. Я побежал дальше стримить, а вы, друзья мои, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. А еще приходите на мои прямые трансляции и подписывайтесь на мои два других проекта, ссылки на которые вы найдете в описании к данному видео. Побежал дальше стримить. Ну а вам, друзья мои, как обычно, я чистого сердца, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Ну что ж, друзья, получается такая кухня, что стрим продолжается, ну и, соответственно, на нем прилетает еще один подарок, и если там были рву попочки, то здесь у нас рвет писечки. Не знаю, что он там дальше будет рвать, но мне, честно говоря, заходит вот этот никнейм, ровно как и предыдущий. Действительно, очень круто и крайне неожиданно. Я так понимаю, что этот неизвестный герой находится сейчас на прямой трансляции. Спасибо ему большое за то, что он делает. Ну что, открываем, без лишних слов, что там внутри... Ну, круто, круто, особый пропуск, просто офигеть, особый пропуск на этот Battle Pass, который я планировал заиметь себе где-то там послезавтра, а может еще дня через три, и целая 1365 сниппетов, это просто крутотень какая-то, друже, спасибо тебе, Варбист присылает подарок! Ай, ребята, это просто чума. Я в трансе. Ребят, если так дальше будет сыпаться, я не знаю, что мне с этим делать теперь. Блин, какие позитивные эмоции. Открываем подарок от Варбиста. Я в шоке, ребят. Открываем. Еще 2500 голды и 975 сниппетов. Блин, как круто, и 7 дней према, еще и бустеров по 25 штук, это получается 50 бустеров сейчас прилетело с подарков, сниппетов навалило, еще и особый пропуск, просто чума, реально чума, я на секунду выйду, сейчас, так, пополняется копилка, здесь у меня, я теперь забираю все, что я теперь накопил. Я смогу заменить задачу, и дальше на стриме сейчас будем задачу выполнять. 550 плюс компенсация за луча, и, блин, ну реально чума, и 2600 еще сниппетов. Блин, как круто. Это просто очуметь можно, и вот оно, сниппетами заполняется. Просто красота. Ребят, нет слов, спасибо вам большое, вот... Блин, меня всего сейчас аж колотит от позитива. Я слов сейчас подобрать не могу, у меня вообще большой словарный запас, но сейчас мне реально не хватает этих слов. Спасибо большое, вот так вот пришлось продлить видосик. Еще раз вам огромная благодарочка, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пошел стримить дальше. Если что-то еще сейчас на стриме прилетит, то, соответственно, вы это поймете, потому что видео на этом, скорее всего, не закончится. Ну а пока, конкретно на данной минуте, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Итак, друзья мои, на этом видео, как вы видите, не заканчивается. Сейчас на часах у нас 3 часа 20 минут и не дня, а, ребят, ночи. Мы до сих пор продолжаем стримчик. Пока на данный момент стрим продлили до начала 8 утра. Напомню о том, что я начал стримить в 8 часов вечера. Это просто крутотенная стримина. И если вы не были на прямой трансляции, то зайдите, пересмотрите. Но я думаю, что на
навряд ли вы посмотрите прям с начала и до конца. И вот прилетел еще один подарочек, который рву к попочке. Открываем данный подарок, ребят, смотрим, что там внутри. И у нас здесь, ребят, 250 голды и 195 сниппетов. Круто! Круто, пополняем копилочку золота, а главное получаю сниппеты, что у меня сейчас по сезону третьему противостояния, сейчас покажу. Я практически наполовину Свиндлера прошел. Очень надеюсь, что все-таки успею до конца сезона выбить его в топовое состояние, а по возможности еще и Фюнрика открыть, или Фанрика, как он там правильно читается, мне нравится Фюнрик. Я пошел дальше стримить, не знаю, будет ли продолжение у данного видео, но если будет, то обязательно вы его увидите. На данный момент, в очередной раз, а уже не первый раз, всем спасибо большое за просмотр, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствие. У меня впереди еще 4 часа стрима, как минимум. Всем пока-пока. Так, друзья мои, я уже не знаю, сколько раз я с вами прощался, но зрители меня не отпускают, подарки продолжают лететь, за что им отдельная благодарность и большое спасибо. Большое спасибо Нибиксу, большое спасибо Марку за подарочки, которые прилетают. Варбист отметился тоже. Ну что, открываем очередной подарок, не знаю, последний или не последний, загадывать не буду, но в любом случае дико приятно. Просто дико приятно. Еще 195 сниппетов и еще 250 голды. Круточки. Круто, 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 круто. Спасибо большое. Продвигаемся вперед. Еще один подарок. Блин, это просто чума. Все, без лишних предисловий, просто открываем. Просто открываем и радуемся. Еще 195 и 250 голды. Мать моя женщина. Я уже сбился со счету, сколько подарков. Сегодня прилетело еще один подарок, но уже оторву писечки. Мать моя женщина. Это просто, просто неимоверная ночь. Ребят, просто неимоверная ночь. Наверное, самая крутая танковая ночь, которая пока у меня была. Так, открываем еще один подарок. Что здесь? Еще 250 голды и 195 сниппетов. Мать моя! Блин, сколько всего. Сколько всего за сегодня ребята мне прислали. Это просто неимоверно. Друзья мои, не знаю, как... Не знаю, как благодарить. Еще один подарок. Это просто, просто водопад подарков. Я вот сейчас реально не знаю, что на превью писать. Ребят, я не знаю, что я там написал, потому что вы-то по превьюхе переходили в большинстве своем. Но я попытаюсь максимально передать свои ощущения в тексте на превьюшке. Еще 195 сниппетов и 250 золота. Фу, просто. Блин, это просто. Как мне сейчас родственников не разбудить? Ребят, как не разбудить родственников? Половина четвертого ночи. Половина четвертого ночи, я просто в афиге. Просто в афиге нахожусь, блин. Все, нет, еще. Нет, ребята просто решили просто меня... Просто вогнать меня, по шею меня вогнать, просто в ноль разорвать. Так, открываем. Открываем. Там в чате эмоции все как надо. Еще 195 и 250. Блин, это просто неимоверный фонтан какой-то. Фонтан всего. Фонтан подарков, фонтан эмоций. Просто чума. Фух, ребят, блин, я вообще. Я реально в трансе в каком-то нахожусь. Я просто. Просто в ауте. Я не знаю. Не знаю, ребят, стоит сейчас прощаться или не стоит. На всякий случай, я пошел дальше стримить. Пол четвертого часа ночи. Стрим продолжаем до 7 с копейками утра. По крайней мере, пока. Может, еще продление будет. На данном этапе, в очередной раз, не помню там в какой уже, в пятый, в шестой или в восьмой, но на всякий случай, мира вам, друзья мои, обязательно спокойствие, подписывайтесь на канал, обязательно перейдите по тем ссылочкам, которые в описании к данному видео есть, там два других моих проекта, я надеюсь, они тоже реализуются, в том числе и благодаря вам и вашим просмотрам. Всем пока-пока.
пока пошел дальше проводить стримчик. Ну а вы переходите в трансляции, я ссылочку в описании тоже добавлю на этот стрим, для того, чтобы вы смогли посмотреть, как это происходило. Жаль, что вас не было вместе с нами в это темное время суток. Всем пока-пока. Зря я с вами прощался по одной простой причине, потому что сейчас на моих часах 7 часов утра, стрим до сих пор продолжается, мы до сих пор в прямом эфире, ребята никуда не расходятся, самые стойкие остались вместе со мной, на прямой трансляции сейчас 18 человек и прилетел еще один подарочек. Ну что, давайте будем распаковывать, видео продолжается. Еще 250 голды и еще 195 сниппетов. И это, ребят, в 7 часов утра. Вот такая вот шизофрения у нас здесь происходит всю ночь. И эта шизофрения не заканчивается. Как видите, прилетает еще один подарок. Едем дальше, ребят. Распаковываем следующий подарок. Смотрим, что у нас здесь. Еще 195 сниппетов и 250 голды. Ай, блин, просто улет. Вот во всех отношениях просто клин клином. Вообще просто чумовой стрим получился. Ладно, ребят, все, пошел дальше стримить, катаем дальше с ребятами. Время стрима еще не заканчивается, значит, мне есть чем заняться. В очередной мини уже там сбился со счета какой раз. Мира вам, друзья мои, обязательно спокойствия, классного настроения. И если и бессонных ночей, то крутых и таких, которые вы запомните на всю жизнь. Пока-пока. Друзья, на часах 7 часов 40 минут, стрим продолжается, новые подарки прилетают, которые сейчас будем распаковывать. Я так понимаю, что скорее всего после этого подарка прощаться мне не надо на всякий случай, для того, чтобы потом не приходилось еще раз пояснять, что происходит. Ну что, распаковываем, рву писечки, спасибо тебе огромное за то, что ты все эти 12 часов составлял мне компанию. 1500 голды, 975 сниппетов. Нифига себе. Мама моя дорогая, как же у меня поднимаются копилки, ребят. Это просто неимоверно. Спасибо большое. Продвигаемся дальше в отношении сниппетов. Здесь мы практически дозабрали гусли. Голема совсем какая-то осталась. Продолжаем стримить. Стрим продолжается. Беспрерывная игра. Практически 12 часов. Кому интересно, по ссылочке в описании. Запись стрима. Пошел дальше играть с ребятами во взводе. Вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Нет, не успеваю. Не успеваю я закончить запись, как прилетает еще один подарок. Распаковываем еще один, еще 2500 голды, 7 дней према, 25 бустеров и 975 сниппетов. Двигло открыли, еще 2500 косаря золота в копилку, за счет которого буду снимать видео специально для вас. Забираем гусли. Спасибо большое. Спасибо, ребят. Вы просто чумовую компанию мне сегодня на стриме составили. Это просто круть какая-то несусветная. Спасибо вам огромное. Так, Марк, тебе, понятное дело, тоже огромное спасибо. Марк просто пишет по поводу того, что он тоже и подарки отправлял, и компанию составлял, и донатики бросал. Всем огромное спасибо, особенно тем ребятам, которые вкинулись по полной в весь этот момент в виде стрима. Пошел, ребят, докатывать стримчик до конца, ну и дальше буду заниматься записью для вас новых свежих видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.